Сергей Михайлович Бубновский – профессор, доктор медицинских наук, основатель современной кинезитерапии. Это авторская методика реабилитации после травм, аварий, операций, а также система лечения заболеваний позвоночника, суставов и сердца, основанная на использовании скрытых в человеке природных ресурсов без медикаментов и операций. Кинезитерапия предполагает постепенное сбалансирование, стимулирование мышечных групп к развитию, укрепление связок и улучшению питания суставов. Для этой цели используются дозированные физические упражнения. 5 ноября в фитнес-клубе Family Wellness, на базе которого работает центр доктора Бубновского, был проведен консультативный семинар. У меня порядка 25 человек сегодня на приеме, где старший будет 79 лет, младший 14 лет. И каждый работает по индивидуальной программе с учетом сопутствующих заболеваний. И очень часто на прием ко мне приходят люди или в этот центр, от которых отказалась общепринятая медицина поликлиническая, потому что таблетки, уколы, к сожалению, не решают проблему опорно-двигательной системы. Для правильного и удобного выполнения этих упражнений разработаны специальные тренажеры. Все происходит под контролем опытных инструкторов. Сейчас мы выполняем упражнение «Маятник свеча». Также в ходе лечения пациенты обучаются правильному выполнению упражнений, чтобы продолжить самостоятельные занятия дома после окончания лечения в центре. К нам приходят люди, далекие от спорта, никак не связаны со спортом, и им безразлично, в общем-то, какое у них тело. Им главное, чтобы не болела спина, не болела голова, чтобы можно было ходить. Вот этой цели мы достигаем, причем с каждым больным индивидуально. И, в общем-то, благодарность мы видим каждый день. Наталья занималась профессионально танцами и акробатикой. Во время выполнения трюка получила травму – перелом позвоночника. Была угроза операции, но ее удалось избежать. Благодаря Сергею Михайловичу в течение года я полностью восстановила позвоночник. И мало того, возобновила все свои данные, прошла кастинг в цирк, проработала 6 лет артисткой балета. На данный момент я чувствую себя в лучшей форме, чем до травмы. Самое сложное, по словам Натальи, это преодолеть боль и страх. То, что сейчас я могу делать, и об этом я даже не могла мечтать. То есть сначала были просто общие упражнения на реабилитацию, на утяжение позвоночника, закачку мышц, а дальше уже стало совершенствоваться. Освоив восстановительную программу, вы станете обладателем уникального рецепта немедикаментозного лечения заболеваний позвоночника, суставов, сердечно-сосудистой системы и обменных процессов. А также люди, профессионально занимающиеся спортом и с кинезитерапией по Бубновскому, тоже могут открыть для себя много полезной информации, необходимой для продления спортивного долголетия в плане программ для реабилитации после травм и профилактики травматизма. Наталья Буслаева, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.